Гимнастки по меркам художественной гимнастики достаточно много. Опытная гимнастка. Мне очень нравятся вот опытные уже взрослые гимнастки. Они могут донести что-то такое, что нет вот еще у совсем юных. В них какая-то женственность, какое-то совсем другое восприятие музыки. Не по-детски, не знаю, как сказать, они делают. Не как юниоры, а как уже взрослые такие. Прочувствованные такие композиции. Да. Тем более в танго, который исполняет сейчас Ирина Кикас. Да. Это что называется стопроцентное попадание. Это старое упражнение, но они с тренером Ларисой Горбуновой решили оставить в этом сезоне. Поеду с ним в Пекин, потому что на самом деле это очень хорошее упражнение. Жалко его терять. Да, это музыка из кинофильма «Мистер и миссис Смит». Ира отличается очень хорошим исполнением поворотов. Она иногда может так скрутить поворот, что дух захватывает, остановиться на носке. Тоже такое мастерство. Посмотрите, чудеса. Да. Ну, вот это взрослая гимнастика. Ее очарование безусловное. Да, может быть, ей не хватает амплитуды. Но мне очень интересно на нее тоже смотреть.